точно. Всем привет. Я Шон из Нарезки. Джек и Бри расскажут о 10 кандидатах в верховные судьи, потом Райли Бина. Можно я про сингл расскажу? Часть дохода мы перечислим в фонд защиты морских коров. Да, но вначале про расставание. А потом доктор Минди и мисс Дибиаски расскажут про новую планету. А, комету. Мы нашли комету. Они же в курсе, о чем мы будем говорить? Конечно. Джек и Бри любят сюжеты про науку. Главное, легко и весело. Они любят приятно провести время. Мне это не нравится. Вы нашли комету? Это очень круто. А у меня татуировка падающей звезды. О, это здорово. Мы тоже слышали про ваше расставание, и нам очень жаль, что все так случилось. Мне кажется, что вы хороший человек. Занимайся своими делами, старпер. Ладно. По правде говоря...